Есть ли в России партия, оппонент режима Путина? Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, все они представлены, все они работают, все они делают свое дело, но такой прямой борьбы какой-то нет. Оппонентами их назвать нельзя. На данный момент нет. Это просто деловое сотрудничество, не более того. Нету. Со времен коммунизма так было заведено, сейчас это продолжается. Ну, я думаю, что там Жириновский управляет всем. Остальных очень редко видим по телевизору, а его чаще. Я не вижу оппонентов российской власти. Навальный? Единственный человек, да, который, в принципе, да, и который может... Может, но, к сожалению, я думаю, в нынешних реалиях никак не повлияет на... судьбу избрания, да, его партии. Ну, это же только ЛДПР, и то такой оппонент. Коммунисты, они крен немножко не туда не сделали. И мне кажется, что они уже никакие не оппоненты, они просто чисто номинально числятся как в оппонентах, а в общем-то... Чисто гипотетически они, конечно, есть, а практически нет. Я думаю, партии нет как таковой, скорее отдельные личности, беспартийники. Например? Ну, не буду называть, но я думаю, на слуху эти люди, в общем.